Доброе утро всем. Сейчас мы идем встречать Маура. Я выхожу на террасу. Я знаю, что он был на Риальто. Он закупился рыбкой. И сейчас идет ко мне, и он ее сегодня будет готовить. Так, он мне уже позвонил, подъезжает. Так, вот это да. Моя улица. Это я учусь снимать. Первый раз вот этим стабилизатором. О, позвонил уже в дверь. Боже, я пока... Иду. Комедия с этой камерой. Аперто, си, вени. А это я вот так сделала, спрятала. Это вообще почтовый ящик, но я спрятала домофон, потому что не разрешали менять. То я спрятала так. Включим свет ему. Вот. И встречаем. Amore, tu oggi come attore. Perché voglio provare questo stabilizzatore per camera, sai? Ciao, cosa tu hai comprato oggi? Allora, filetti di San Piero e cozze. E come prepariamo? Tu prepari, sì? Prepariamo impanate. Ah, bene. Так, даже не знаю, что я тут делаю. Subito in cucina. Subito. No, sai cosa volevo ancora? No, perché gira? Cosa c'è? Come? Non serve girare. Non lo so cosa fare con camera. Mamma mia, sì, bisogna studiare. Dai, mi baci. Так. Что он тут уже сделал? Боже, как мне с этой камерой разобраться? Стабилизаторы на итальянском. Так. Мауро пошел сейчас делать другое дело. Пока замочил кофе в сольке такой крупной. Это салат, наверное, он купил для красоты. И тут еще какая-то рыбка. Потом посмотрим. Это моя другая терраса. Потом все посмотрим. Идем делать пока другое дело. Сейчас вы увидите, какое, потому что вы это знаете. Вы покупали вместе со мной эти штучки. Какие устроенцы. Лой лавори, а ее Джоко. Я говорю, какая я плохая. Он думает, как разместить вот это все. А я себе хожу за ним с камерой. Хорошо, что мама сейчас ничего не комментирует, спокойно сидит в комнате. Что-то там писал, уже рассчитывал. Инструменты все стоят. Кстати, они у меня, я все покупала. У меня вот это вот гардеробное, там сохраняется все. И еще на сверху есть, вот на четвертом этаже, уже там, где крыша, у всех есть типа гаражики такие. Ну, сохраняем вещи, которые постоянно не надо дома. Закон, камера. Браво. Già fatto buchi tutti. Ну вот, закончил. Сейчас я там повыбираю, подсуну кровать и все поправлю, и потом вам сниму. Потому что я не хотела очень высоко, не хотела очень низко. Но сейчас посмотрим, как оно все вместе получится. Мама уже побежала на кухню, оставил мне уже инструменты это на зарядку поставил. Вот, а я сейчас тут уберу и вам покажу. А он уже работать на кухню пошел. Молодец! Ко мне, когда придешь в гости, то, конечно, я всегда найду работу. Так, ну что у нас получилось? Вот так получилось. Вот такая, как на меня, то красота. Мне нравится. Помните, да, я покупала в Мейзоне французском 50 евро одна штучка. Я покупала, потом меняла, потому что одни были старые, просроченные. Кстати, это вот Рыжуля, куколка. Это когда-то мне дарили, я же до приезда в Италию была рыженькая.
Все, а у меня подходит это золото вот сюда. Это же тоже французское, это Maison du Monde. Вазочка и цветы. И вот эта рыбка тоже с Maison. И вот эта ваза с Maison. А, и вот эти ж стрекозы с Maison. То я думаю, что вписалось, что вписалось так, как надо, правда? Зеркало у меня белая рама. Вот такая. Не хочу ближе подходить. Просто надо идти Мауру немножко что-то помогать. И белая у меня такая люстра. Вот. Но под рамочку туда подходит. Ну, вот так. И вот этот комод получается у меня из Икеи. Вот, я просто взяла стекло черное, темное. Оно как бы шикарнее смотрится. А это моя стойка с моего еще магазина. С города ровно с Украины. А, и пуфики вот эти бирюзовые. Это тоже с магазина. Я что-то попродавала, что-то подарила, что-то вот взяла с собой. Вот так, все, бегу на кухню. Тут шеф-кок, шеф-повар что-то там делает, а я с вами болтаю. Ну, идем на кухню, посмотрим. Мауро, пермесо? Я уже знаю, потом мне уборки будет после его приготовлений. И надо же тарелочки хорошие подготовить. А перке ту сенса? Ай-яй-яй. Кому си кьяму? Дементикату анкора. Гре-гре-гре. Грембюле. О, Боже, вы понимаете, грембюле. Это специально для рыбы, потому что вот такой вот клеенка. Есть еще и ткани, но когда он готовит рыбу, то, конечно, лучше так. Грембюле. Окей. Так, этот кок что-то взял 4 яйца. Это сухари. А кому это препарат косы? Конкоза? Кон просеко? Просеко. Ага. Макребе. Просеко. Что-то там чеснок, который потом выбросится, да. Сале. Во бене. Сале. Он хочет сделать просто фри сегодня, косы фри. Не так вот, как мы кушаем. Просто в белом вине из процемола, процемола это петрушка. А будет делать фри. Я сегодня оператор, он сегодня актер. Актер. Чече лимоны. Трендин фригорифер. Джало, джало пака, джало пластика, спичали пер лимоны. Си-си. А сейчас вам покажу мои коллагены, мои, да, раз уже открыто. Ну, воды не прийди, ну, перке і вандата, то найде той сервер. Анкора. Майонез. Он ще закритий, мені мама по майонезу. Кстати, я теж люблю майонез. Мауро ругається. Вот это с утра я выпила хлорофилл, и потом съела 2 киви, и больше ничего пока не кушала. Так, я уже приготовила немножко стол. Это вот такие штучки у меня есть на стол под боки, под стаканы, под бокалы. У меня всегда стоит, это сахарница, сорвалась на балконе, на террасе, я маме купила, хризантемки упала одна. Так, ну что этот, сегодня у нас будет такая фри, угу. Я говорю, что мы тоже такое делаем, да, в сухариках и в этом, коме си кьяма, камаре, коме ту диче, карамели ди коце? Карамели ди коце. Угу. А, это рыба, я не знаю, что это за рыба, 25 евро килограмм, ну что это за рыба? Ну, как и пишку. Смотрите, сколько масла дал подсолнечного. Горит на подсолнечном этот кок. А я уже подготовила немножко стол. Будем кушать на темный, с оранжевым, я думаю, черный с оранжевым. Вот эти бокалы, они, в принципе, для вина красного. Это тоже Maison du Monde. Они для красного вина, но я что-то захотела сегодня просека с этих бокалов. Так, жду, уже жую немножко, уже снимаю пробу. Мауру сам накладал на тарелочки. Еще есть эта рыбка, мама не кушает эту рыбу. Сказала, кушайте сами свои раны, раны это жабы. Но я думаю, что эту рыбку она потом съест. Это Сан Пьеро называется, она лысая. И очень сладкая, очень вкусная. Бон аппетита. Он уже нервничает, что я с этими видео, он хочет кушать. Вот так вот, сам вот накрыл, сам вот так сделал. Молодец.
Видимся редко, но метко. Buon appetito tutti. Ай, дай, per favore. Будьте здоровы, друзья. Я вас люблю. Подписывайтесь на канал. Будем вместе. Всегда. Это мы уже на террасе. Я уже хотела посмотреть, что я там наснимала. Он принес лимончелло у меня в холодильнике. Ну, я покупаю, у меня всегда есть. Я всегда готова к встрече гостей. Вот. И вот эти вот бокальчики маленькие. Come si chiama questo amore? Questo Murano? Александрит? Александрит, ну, они такие, когда холодные, то они более белые. Quando freddo, più bianco. Quando caldo, più viola. Quando è sole, diventa più scuro. Ага. C'è un minerale dentro. Uh-huh. Короче, они меняют, да, они меняют цвет, они то больше такие фиолетовенькие, то более белые. Он говорит, когда покушали, надо вот сейчас вот, вот освежить ротик. Дай, амуре, салюты, грации. Ну, все, короче, я сейчас буду делать видео, сейчас буду делать монтажик, и вот вам решила вот сказать всем спасибо за просмотр. Я сделала такое домашнее видео, ну, какое, как бы приватное даже видео. Я первый раз пользовалась этим стабилизатором для камеры, мне не всегда получалось. Сейчас я говорю просто на телефон, и он зафиксированный в такой лампе с подсветкой, я тоже ее купила. Ну, по чуть-чуть, потому что мне надо этому всему учиться. Ну, практически я сама учусь. Мауру тоже как бы старше меня, мне 50, ему 58, чтобы вы понимали. И рядышком сына моего нету. Раньше когда-то что-то мне надо было там с компьютером, то это сынулечка мне говорил, что мама то, он все делал для меня, вот все, что мне надо было, как бы это все был он. Ну, так как уже, да, уже 10 лет, в 2012 он же поженился, поехал, в 2008 поехал учиться. Боже, сколько лет я уже одна, как время бежит. Напишите мне, пожалуйста, понравились вам вот эти вот квадраты, вот эти с мейзона, вот, понравилось ли это вам оформление моей спальни. Я думаю, что больше ничего здесь не надо, уже много всего и так есть. Просто хочу услышать как бы ваши отзывы, хочу знать ваш вкус и вот так вот. Напишите, отзовитесь. А это на мне пижамка Intimissimi, да, с брючками. Такая уже пижамка, я уже как бы переоделась. И все, жду ваших отзывов и всем спасибо за просмотр. Чао, до скорых встреч.